Мои дорогие друзья, у нас мир состоит из образов. Мы общаемся не только языком слов и жестов. Наша задача всеми способами передать образы. И самое главное, что можно с ними сделать. Посмотрите, мы сейчас находимся в музее живой бумаги. Посмотрите, насколько волшебные произведения можно сделать из бумаги. А самое главное, как можно увидеть героев по-другому. Добрыми, волшебными, замечательными. Посмотрите, какие добрые, сказочные персонажи могут родиться с помощью вашей фантазии. Может быть, вы когда-то боялись лешего, или кикимору, или пиранью. Вы же можете из этого образа создать нечто доброе, позитивное и волшебное, что будет перестанет вас пугать и заодно будет радовать других. Давайте вдохновляться волшебными примерами вместе.